5 лет здесь, в Лас-Вегасе, он неизменно признается лучшим эстрадным артистом года. Дамы и господа, итак, давайте как следует поприветствуем и окажем теплый лас-вегасский прием великой звезде, чье имя мистер Бадди Израил. Давай же, выходи. Бадди Израил по кличке Тузы не просто нужен нам для рассмотрения дела в суде. Он и есть дело. И надо осознавать, что те, кто захотят его убрать, наймут профессионалов самого высокого уровня. Это аморальные, безжалостные люди, без тормозов. Им надо помешать. Да чтоб он сдох, этот перец. I got the wild style, always been a foul child. My guns go boom, boom, and your guns go. I got the wild style, always been a foul child. My guns go boom, boom, and your guns go. Что? Посмотри на воротник пиджака. На что это похоже? Пятно. Не знаю. Кремовый рулет? Кремовый рулет? Рулет, да, но вот кремовый ли? Скорее всего, это чистый белок. Да, восточноевропейский импорт. Похоже, какой-то кобздюк слил свой свежачок на пиджачок за 12 тысяч. И самый прикол, что это мой любимый пиджачок за 12 тысяч баксов. И ты дал сперме, мудак, человеческой сперме, впитываться в мой пиджак 7 часов, сучонок. Чтобы она проникала в эти долбанные волокна, мать твою. Хьюго. Хочешь, я его сдам? Выполни мое заветное желание. Да. Вали нахрен с глаз моих.